Вика злая, а то это, чаще расстарая. Нормально процедура. Скажи, Вика, никогда в жизни, скажи. Если будет возможность, я нигде не... Она, Вика, понимая, что ты, дура, не умеешь. Так она догадалась. Журавли каравана. Привет. Привет. Он лучше танцует. А ты знаешь, как это? Один шаг шел, потом второй шаг шел. Третий шаг шел. Потом четвертый шаг шел. Потом шестой шаг шел. Потом начинает петь. А вот идет каравана. По сыпучим пескам. Каких пескам? У нас песка нету. Земли. Найдем, будем сыпать песок. Да? А бы песня была складна. В Пакистане жара. В Афганистане жара. А в Беларуси дождь идет. В Беларуси Лукашенко. Надо хлеб еще. Хлеб есть. Закуска есть. Горелка есть. Горелка есть. Дядь, а почему она греется там? Точно. Володь, почему греется? Трошки ее. У Сергея горелка. Да. Владимир, ребята, кто будет в отпуск? Твои сосуды не берешь. Не шути. Кто будет в отпуск? Не шути. Есть. Он не открывается. Открывается. Как не надо? Вот это я открою. Вот это я открою. И в чем? По 100 грамм налью. По трошку. Девушки, вы будете вино? А ты жулик. Я буду вино. А ты куда глядишь? Я не буду пить водку. Я не хочу водку. Я хочу вина. Я водка не хочу. Да не это вина. А что мы будем? А что мы будем наливать? На чарочку. Я и поставил. Спасибо большое вам. Кто вино, а кто мы, горелка. Надо так поделить, чтобы всем хватит. А? Давайте один анекдот. В общем, тут хватит, так еще лишним будет. Не, надо ты за Лешку смотри. Алексей, один анекдот. Искусство требует жертв. Сейчас будем фотографировать. Один анекдот, Алексей. Один анекдот. Открываем еще фотографию. Насчет твоих 82. Дай открою бутылку. 5 секунд. Алексей. Нет, анекдот насчет твоих 80. Да, я зубами ее. Раз. Открой, ой, не надо зубами. Ну, все, зубы поломите. Давай, тезка, давай. Давай. Видишь нас, я. Да, просто все нормально. Горлышко откусывает. Тумани плавится. Да, то независимый человек. Доктор, говорит, проблемы. Приходит такой вот, как я, Алексей, говорит, доктор, проблемы. Нет. К сисхопатологу. Он говорит, что у вас? Сексу? Нет. Никаких сексов сегодня не должно быть. У вас не это? Он говорит, сколько положено. Сергей. У вас не то? Он говорит, сколько положено. Пошел. Да, у тебя работа. Да, Сергей, держи. Дядька, Сережка, а сколько тебе лет? Другой разбывающий. Он говорит, другой работник. Давай, Сережка, мы с тобой. А я сколько тебе лет? Ты хочешь сказать, что у тебя все положено? Да, уже дубки. Я знаю, что. Давай, передавай. Ну, это анекдот, Алексей. Поехали. Ну, если он возьмет, то мне тогда не скажет. Вот Марченко. Ну, чего? А что ты мало налил? Что-то такое вы налили. Один сплошный кошелек. А без он останется на месте. Не горит. Не трогай. Наливай мне в грязную. На бумагу.
Перелей его чисто. Не выливай. Вылей, вылей. Ну, куда там же грязь? Вы же лезете там. Да в другую чарку. На красный. Дай-ка. Поставь ее вообще. Да. Сейчас. Поставь ее вообще. До черги не дойдет и все перельет. Это хорошее. Это вещь. Сергей, не перестань. Чисто. Что это? Я не понимаю. У полевых условиях все чисто. Чистоту? Ну так не с песком же. А песок останется на дне. Эти воды попейте, да. И пойдем. Ну вот что, что это? Ну что? Да не песок, ну, а просто... Так, рюк. Поливай, дядя. Поливай. Давай. Пил. Я уже выпил. Ну, все. Одна да, заморская. А что не пил? Вот не пил. Давай. Я не буду. Вот посуды мелко, скажи, не буду. Есть одна заморская песня. Это весело. Елена. Елена. Нам только бутылка. Ну дай тебе. Грязно. Где это грязно, Ром? Черт тебе делать. Так вот, человек я никого не заставляю. Где это грязно? Не могу. Пошел. Тяжелая вода. Жена. Раскрасается у меня жена. Раскрасается, ждет меня домой. Веселей давай! Ждет перчалица. Ой, мороз, мороз, не мороз меня, не мороз меня, моего коня. Я не понял, им баранина все нам только съесть. Ждет меня домой, ждет печалица. Приведу коня на рассвете дня. Алексеевич, его 80 годов, он не покинул наше общество и сидит с нами. Молодец. Не трогай, не лезь. Алексеевич, молодец. Была не была, бы повидалась. Алексеевич, давай-ка мы... Обожди, я вам всем желаю добра. Чего? И мы крепкие были, мужественные. И будем крепкие. И комсомолок любили своих. Обязательно. А я люблю всех. Как тебя любили. Всех подряд. Да. Дай Бог. Вы как меня любили, ёлки-палки. А что не любил? Сволочь. Кто тебя не любит, да? Ну не надо такого говорить, у тебя мужикой. Да нет того человека, кто тебе любит. А кто меня любит, если я вас снимаю все время? Да. Не можешь, кто любит. Ну-ка. Вот интересно. Да. Вот с кустов, глянь. Вот так вот. Вот фотография. Все нормально. Так. Вот так. Вот так. Да, вот так. И все трое. Оба же фотографии. Это будет фотосъемка. Песню спеть, голубая луна. Сиреневый туман. Да. Получается, что золотая луна. Не говорите. С бутылкой. Напились. Это в итоге конец фильма. Да, будет. Еще идет. Началось день рождения, а в конце...
Не, идет, идет. Полягли, я сейчас пьяницу с бутылкой. Идет, все. Я разолью. Обожди, обожди. По 5 грамм еще разолью. Я все пью. Не боритесь за эту бутылку, не боритесь. Вот это. Дай за ней бороться. Вот это. Казах, Федор из Тихого Дона, елки-палки, фильм этот, Шолохова, Тихий Дон. Ну что это такое? Да, похож. Давай, да. Может быть, казах. Похож. Я? Думаю, что-то нажарный пахнет. Вот камера горит. А если я есть донской казак? Алло. Володя! Да, да. Что-то я есть. Володя! Да, я вставлю машину. Володь, не пил. Ты мама моя, да, ты мама моя. Ей горят ночью лазки. Слушай, Иван, самое интересное в этом уровне. Не пора ли вам расходиться домой? Я иду домой. Ла-ла-ла-ла-та-та. Ой, падай. Любима была. Наталья. Наталья. Я пойду домой. А что там не будет? Мы пойдем ночевать. Да, я пошел домой. Поехали, Алексей, домой, пошли домой. Поднимайся. Я не пойду, обожди. Я уже сейчас распоряжусь. Слушайте, огонь, пошли спать. Вот именно. Алексеевич, пойдешь у всех. Пошли, Алексеевич. Надя, пойдешь и Сергею. Да, нам же не спать. Надя, куда? Да не ешьте, накали мне, мама. А мне накалывай. Так, приколи. Стой, ты же аккуратнее же. Куми не пойдет, не поспите. Ну правильно, Надя, отдыхай. Пойдем, ну что, всем спокойной ночи, пошли. Надька, завтра была листом приедет. Сейчас. Я последний дома. Да? А, ну что как ты последний? Последнего попажу на. Чего же вот? Я сейчас иду. Добро, давай, сейчас мы должны быть в Минске у 5 часов вечера. Да. Пол 11 утра. Ну, то-то еще мы тут будем. Так слушай, иди тогда пошли, хватит. Ну, пойдем. Ну все, всем спокойно. Отдохнется хорошо. Пошли, давай. Да. Подождите, мама, а ты будешь пить, Алексей? Давай, жаль. Я буду давай. Все раз. Мы с тобой выпьем. Буду вот, пить. Смотри, мы пьем знаешь за кого? За самых лучших. Правильно. За самых красивых. Будем за самых справедливых. За самых-самых. Сейчас. За самых Виктор. Любимых. Виктор, спасибо за семки тебе. Спасибо огромное. Тебе за вот всего доброго вам. Счастливо. Мы завтра еще встретимся. Да, завтра встретимся. За женщин. Ну, спокойной ночи вам. Спокойной ночи. Ну-ка, за женщин. И за нас тоже. Ну, а мы самые поехали. Сильные. Поехали. Самые Володя, любимые поехали. И самые-самые. Закусил его, баранина. Хорошо. Давай, Алексей, мы с тобой будем. Не выливай водку, да? Не она надо, не вылилась. Шашлычок. Давай мы с тобой будем. Будем здоровы. Но выйдем за женщин. А что я неправильно сказал? За женщин выпьем, Алексей, за женщин, за самых-самых, самых красивых, самых симпатичных, самых-самых любимых, самых, короче, да, и противных, и всяких.